Раз в крещенский вечерок девушки гадали. К этому событию они готовились основательно. Как только стемнело, собирались в доме, наряжались и зажигали свечи. Самый излюбленный вопрос барышень, конечно, замужество. В первую очередь их волновало, встретит ли жениха в этом году, его имя и как выглядит суженый. Вообще для гадания сгодятся любые предметы. Газеты, свечи, кольца, зеркала. Главное, чтобы настрой был правильный. Да, раньше, в те времена далекие, люди жили в гармонии с природой и общались и с этим миром, и с тем, да. Поэтому вот я считаю, что через гадания девушки как раз и общались с тем миром, да. Всегда это было заманчиво, загадочно. Девушки ждали этого времени, крещенских этих морозов и крещенских святок. Верили, конечно, верили. Вечером девушки ходили под окнами соседей и все, что слышали, переводили на свой манер. Если в доме мать кричит на ребенка «сядь», значит, сидеть ей в девках еще год. А если течет вода, то суженый прибудет. Никакие святки не обходились без гадания на сторону. Девушки по очереди кидали валенок на дорогу и по направлению носка узнавали, где живет милый. Потом садились на него и приговаривали: «Пан-пан, коснись рукой или дай знак какой». Характер жениха раскрывали кольца. Подалеку и сторонушку замуж поедешь, жених будет богатый, да только волосатый. Пожалуй, самым страшным гаданием считается гадание зеркалом. На него отваживаются только самые смелые девушки. Обязательное условие – полночь и уединение. На стол ставят две свечи и, глядя свое отражение, говорят: «Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале». Чаще всего за спиной девушки находилось окно, а зеркало настраивали так, чтобы видеть происходящее на улице. Молодые парни, зная, что в доме гадают, заигрывали с барышнями, специально подбегали к окну и пугали. Но были и те, кто намеренно становился отражением, таким образом сообщая о своей любви. Кроме этого, существует и масса других гаданий, например, по силуэту или на воске. По очертаниям тени или полученным застывшим фигурам предсказывают будущее. Я считаю, что вот воск и вот сжигание бумаги, ну, это такое достаточно безобидное. Потому что вот играть с зеркалами, вот это вот все, это очень серьезно вот для меня. Потому что я вот не люблю такое, я не люблю таких всяких страшных моментов, там, потусторонние миры, во все это не верю. Как бы ни пугала девушек связь с потусторонним миром, крещенских святок всегда ждут с нетерпением и сегодня. Татьяна Воронова, Евгений Ермак, телекомпания ВКТ.